Тоша, иди помогай. Нет. А ну, Саша, давай. Так, прекрати, не надо снимать, ну перестань. Тоша, ну я против этого, честно. Все, прекрати. Давай, помогай. Как он ешет? У одной высшее образование, по-моему. Незаконченное высшее. Незаконченное. А у другой не начатое высшее образование. О, Варя. О, стоит. Варя, смотри. Все, значит, вот так вот, да? Опа. Опа, опа, опа. А уже смешно. Я в туалет хочу, дай сюда мне телефон. Но она хорошо шла, хорошо остановилась. Да, начиналось хорошо. Саш, ну как, правда? Я не знаю, честно. Может, как-то? Как-то, как-то. Как же что? Так, Тошка, я в туалет. Никакого туалета, ты сделай сначала. Так, не издевайся за ребенком, давай помогай. Вот, ноги подключились. Ага, я сейчас как рвану, и надо будет бежать за другой. Не, нифига, я не буду рисковать. А, будет вот так. Все. Подвесная будет. Не попробуй. Ну, сейчас я попробую хотя бы одной рукой это забрать. Ага. И показать. Опа. Мастер-класс. Ну, вот и все. Так вот для чего эти черные штучки. Опа! Вот эти черные штучки это надо было. Какое-то чудо. Поставить, да? Саш, ну ничего страшного, мы в следующий раз будем знать. Это не женское дело. Это вообще не женское дело, между прочим. Да, между прочим, да. Саша, заноси свои вещи. Они тебе все равно так. Ария, тебе тоже было смешно. Улыбнись. А, ну так вот это мне больше нравится. Ну что ж, она правда не так сильно гладит. Саша, а как насчет гладильной доски?